Всем привет! Я нахожусь в центре Санкт-Петербурга на Марсовом поле на мероприятиях, посвященных 74-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Мне, как коренному ленинградцу, эта тема особенно близка. Мой отец – блокадник, дед – герой Советского Союза, участник трех войн. На экспозиции представлены техника тех лет и элементы быта тех времен. Сейчас мы ее подробно рассмотрим. До 8 километров. Ну, 6-8 километров. 6 точно. 6-4. Хотя эти высоко стреляли. Они. Эффективная до 4 километров. Да, эффективная до 4. Но паспорт уже... Экспозиция, посвященная средствам противовоздушной обороны Ленинграда. В 37-миллиметровая зенитная пушка и пулеметы, в том числе вариация легендарного пулемета «Максим». Девушки готовят солдатские РСО тех лет. Но, правда, пластиковой посуды тогда, конечно же, не было. А пушка, ну, наилась какая? Это не пушка, это гаубица. Это гаубица. Дальше читай. Ленд-лизовская техника. Во многих палатках реконструирован быт тех военных лет. К сожалению, там достаточно темно и плохо получается снимать. Реконструированный автомобиль ГАЗ-М1. Внутри мы видим командирский состав советской армии. Многие экземпляры находятся в полностью реконструированном состоянии и на ходу. Я там увидела. Там палатка.
Кого вы реконструируете? Я? Да. Это учебный пункт местной ПВО города Ленинграда. А конкретно вы? Я? Я командир объектовой команды. Одной из объектовой команд. То есть это ячейка нижнего уровня. Так же как команда самообороны домов, также на предприятиях были объектовые команды созданы, значит, которые входили в районные команды по обеспечению ликвидации последствий авиационных и артиллерийских налетов. Я майор государственной безопасности НКВД СССР. Вечный огонь. И он будет гореть, пока жива наша память. Такие мероприятия, как сегодняшние, особенно важны для молодого поколения, которая все меньше интересуется и знает о той тяжелейшей и страшной войне и том величайшем противостоянии. Ибо сказано, народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего.